Такие маленькие, всего чуть более 2 лет, но уже артисты. Целый месяц они запоминали движения и слова, готовились показать, чему они научились за свою еще такую короткую жизнь. На осеннем утреннике они танцевали и пели, играли в игры и на музыкальных инструментах, помогали зверятам, которые пришли к ним в гости. Зайчику они помогли согреться и сыграть на барабанах, а Белочке собрать припасы орехов на зиму. Также ребята посмотрели кукольный спектакль и даже поучаствовали в нем. Главная героиня Таня доверила им охранять красивую яблоню от незваных гостей. Все это время за шторкой с восторгом и трепетом первый опыт своих малышей наблюдали взволнованные мамы и папы. Ощущения потрясающие, утренник первый, здорово, ярко, ребятки танцевали, пели, организаторы большие, молодцы. Выросли детки, здорово, начинаются праздники, начинается отдача какая-то от деток, так приятно все это. Сердечно, душевно. Очень волнительно, но детки очень порадовали, все молодцы. Такие прям крохотулечки, красотулечки наши. Ну, организаторы, да, вообще молодцы, все получилось очень здорово. Интересная сказка, детки все прям хорошо так реагировали, помогали, поддерживали тоже персонажей. За свои старания малыши получили целую корзину свежих красивых яблок, а затем на долгую память о своем самом первом утреннике сделали общую фотографию. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.